Добрый вечер. В Украине 20:00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева. Новое дело Гонгадзе. Способна ли украинская полиция найти убийц журналиста Павла Шеремета? Террористическая лихорадка. Сможет ли Европа противостоять радикальной угрозе? Анкара закручивает гайки. Есть ли у Турции шанс остаться светским государством? Дерзкое убийство в центре столицы. Сегодня около 8 часов утра был взорван автомобиль, за рулем которого находился известный журналист Павел Шеремет. Устройство установили под водительским сиденьем. От полученных ранений Шеремет скончался в машине скорой помощи. Преступление это классифицируют как умышленное убийство. Следствие разрабатывает 3 версии трагедии. Все подробности расскажет Ирина Баглай. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль выезжает на перекресток, останавливается и сразу взрывается. Позже станет известно, машина принадлежала руководителю «Украинской правды» Алёне Притуле. А за рулем находился журналист Павел Шеремет. Он ехал на работу. Прохожие тут же бросились спасать водителя. Він живий ще був, але ж він ранений, і там перебиті ноги, скоріше всього. Почали гасити йому одежу. І машина, зразу, як відкрили двері, почали витягувати. Получився сквозняк, машина як факел загорілася. Вона так тіпає. Тяжко було за те, що в нього нога одна, практично одірвана була. Еще живого Павла Шеремета перенесли в подъехавшую скорую, но спасти журналиста медикам не удалось. Взрыв был такой силы, что ударную волну на себе почувствовали прохожие на другой стороне дороги. Да, сильный. Аж прямо аж отдача была так в грудь. Да, была волна. Людей почти вообще не было, машин. В такое время обычно машины с начала 9 к 9 приезжают. Деталі вони розкинули аж десь на метрів так 70. Дуже сильна хвиля пішла, тому що по шибках автомобіля, якраз по будинках, тому що будинок стрясений, зрив був дуже сильний. При этом никто из находившихся на улице не пострадал. Прибывшие на место правоохранители сообщили, сработала самодельная оболочковая взрыв устройство. Его неизвестные прикрепили к автомобилю прямо под сиденье водителя. По всей видимости, взрывчатку привели в действие дистанционно, говорит эксперт. И злоумышленник знал, кто в автомобиле. Скорее всего, что это был дистанционный датчик цели. То есть человека ждали, пока он сядет в машину. Говорить о том, тот ли это был человек, сложно. Почему? Потому что даже если это был не тот человек, устройство надо было приводить в действие. Через некоторое время либо оно отпало бы, либо его обнаружили. Это 100% профиль. Кто был целью киллера? Следствие рассматривает все версии: или Шеремет, или хозяйка авто Алена Притула. Президент Украины сообщил на срочно созванном совещании с силовиками, ей уже обеспечили охрану. И вот как расценил убийство Шеремета Петр Порошенко. Это сделано с единой метою – дестабилизировать ситуацию в стране. Можливо, напередодні інших подій. Це справа нашої честі. Вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. В умовах війни, в умовах агресії. Я, до речі, не виключаю тут і присутність закордонних інтересів. Ми маємо об'єднатися. Я переговорив з нашими партнерами і з посольством Сполучених Штатів Америки, попросив допомоги для того, щоб до слідчої оперативної групи були залучені експерти ФБР, які мають свої унікальні дослідження по вибухотехніці. Дело лично расследует глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Мы не исключаем все версии. Тоже умышленное убийство для того, чтобы опять раскачивать ситуацию. Я буду общаться лично с экспертами, с группой ФБР, и я буду лично вести дело. Це бути початком або нижньою ланкою якоїсь більш великої гри. Вот саме цю версію буде відпрацьовувати Служба безпеки України. Об усилении мер безопасности заявил генпрокурор Юрій Луценко, особенно во время проведения массовых мероприятий. Я не думаю, що ми повинні щось забороняти. Але будь-які акції в найближчий час повинні зорганізовуватися виключно із застосуванням рамки металошукачів. Надто багато інформації поступає про ймовірні провокації в найближчі дні. І перші сліди злоумишленника. Є інформація, що у силовиків появилось відео з підозрілим чоловіком. Він був кілька разів замічений возле авто Альони Притули. Эти кадры пока доступны только следователям. А вот взрыв автомобиля запечатлели не только камеры видеонаблюдения в центре столицы, но и журналисты 17-го канала. Им удалось заснять трагедию буквально с первых секунд. Что делала эта съемочная группа в 7:45 утра в этом месте? Вопрос пока без ответа. Ирина Баглай, Вячеслав Фролов, подробности, телеканал «Интер». Сотрудники ФБР США готовы помочь в расследовании убийства Павла Шеремета. Об этом в Твиттере написала директор Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе. Я напомню, что с просьбой привлечь экспертов ФБР, у которых есть уникальные методы по исследованию взрывных устройств, к американским дипломатам обратился президент Петр Порошенко. В том, что украинские полицейские смогут самостоятельно расследовать такое преступление, сомневается губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. На своем официальном сайте он написал: в украинской полиции нет специалистов, способных найти убийц Шеремета. И вот как он прокомментировал нам свою позицию. Що є, які боротися з бандитами, маньяками, тими, хто робить замовні вбивства, ну не можуть поліцейські, які 3 місяці пройшли освіту. Ну, послухайте, ну до цього треба, напевно, йти не 1 десяток років, щоб очолити таку групу. Я сьогодні з багатьма фахівцями говорив, ми почали перебирати, ну ніколи всіх повиганяли, порозчищали. У нас розрушена повністю агентурна мережа. Тобто ті інформатори, які про щось говорили, сьогодні кому вони будуть говорити? Реформи не можна робити так, щоб вони закінчувалися так трагічно, як закінчились сьогодні. На убийство Павла Шеремета реагирует весь мир. Какие заявления уже прозвучали и кто продолжает молчать, расскажет Даниил Русаков. Международная реакция на убийство Павла Шеремета не заставила себя долго ждать. Буквально через несколько часов после того, как эта новость появилась в лентах информагентств, представители стран Евросоюза, США, общественные организации выступили с заявлениями. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт в своем твиттере написал: это убийство – дерзкая атака на свободу слова и безопасность журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович убийство Павла Шеремета назвала ужасным и призвала его тщательно расследовать и привлечь к ответственности виновников расправы. В интернете немецкому порталу Deutsche Welle свое возмущение высказали и репортеры «Без границ». Они также выразили опасения, что после сегодняшних событий журналисты повысят уровень самоцензуры. Политики и дипломаты тоже не остались в стороне. В латышском МИДе призывают к скорейшему расследованию. А само убийство сравнили с наступлением на свободу СМИ. Искренние соболезнования родным и коллегам погибшего высказал представитель Евросоюза в Украине Ян Тамбинский. Он призывает довести это дело до суда и настаивает на тщательном расследовании. Дипломатическая миссия США в Киеве опубликовала фотографию погибшего журналиста с цветами и словами соболезнования. Здесь, в Москве, где Павел Шеремет прежде работал на одном из федеральных телеканалов, трагические события комментировали мало. Вспомнили, что убитый был в том числе гражданином России, в связи с чем в Кремле высказали обеспокоенность. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Песков. В Беларуси на родине Шеремета слова соболезнования высказали пока лишь оппозиционеры. Официальные власти страны сохраняют молчание. Погибшего считали оппонентом Лукашенко. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро телеканала «Интер». Ближе к вечеру почтить память Павла Шеремета на Майдане Незалежности в центре столицы собрались его земляки, белорусы, проживающие в Киеве, и все те, кому эта трагедия не безразлична. Там же находится моя коллега Павлина Василенко, она с нами на связи. Павлина, здравствуй. Сколько людей сейчас на Майдане и что там происходит? Добрый вечер, Наталья. На Майдане Независимости собралось около 300 людей. Акцию памяти журналиста организовали его земляки-белорусы. К ним присоединились также украинцы и крымские татары. Память журналиста почтили минутой молчания. Это мой соотечественник. По-друге, это великий человек, який отдал життя за мою родину, за мою отчину. И не только за мою отчину, за Украину. Это очень спонтанная инициатива, просто там несколько белорусов, кто живут здесь в Киеве, чтобы почтить память Павла Шеремета. Также хочу сказать, что люди собираются и в другом месте, в центре Киева, на перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка, где сегодня утром взорвалось авто Павла Шеремета. Люди везде несут цветы, приходят почтить его память не только коллеги-журналисты, но также слушатели радиостанции, на которой Павел работал. Мы следили за его публикациями, конечно, был шок вообще сегодня, когда мы прочитали об этом. Поэтому просто пришли, как говорится, последнюю дань уважения человеку отдать. Я старалася не пропускати його ранішню програму, тому що от коли він якось говорив, це заряджало на весь день. Так що це така втрата, от, ну як наче якась особиста. О своей готовности помочь в расследовании убийства журналиста заявили в Европейском Союзе. Ближе к вечеру украинский МИД уже получил соответствующее подтверждение от консультативной комиссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности. Студия. Спасибо, Павлина. Павлина Василенко была с нами на связи. Она находится в центре столицы, где все те, кого шокировало сегодняшнее убийство Павла Шеремета, пришли попрощаться с тем человеком. Украина прощается с другом и талантливым журналистом Павлом Шереметом. Каким был этот человек и чем он запомнится? Давайте посмотрим. Киевский медиахаб. Здесь сегодня темно. Свет только с экрана, где Павел Шеремет улыбается. Именно в медиахаб Павел Шеремет вел образовательный проект для журналистов. Сегодня его ученики и коллеги пишут книги памяти. Прощаются с их Павлом Героичем. Мы его назвали Павел Героич, потому что для нас он был, конечно, мэтр и герой наш. Всегда фонтанировал идеями, как всегда, щедро делился, подкалывал. А Шеремета, он удивительно искренний был человек. Он, в принципе, что думал, то и говорил. В журналистику Шеремет пришел из банковского дела, став консультантом экономических программ на Белорусском ТВ. В 1994-м был автором и ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект». А уже на следующий год его признают лучшим журналистом страны. Говорил и писал Шеремет честно и далеко не всегда удобно для некоторых. Так стала знаменитая его скандальная книга «Случайный президент» о лидере Беларуси Лукашенко, которую Шеремет написал в соавторстве с коллегой и подругой по белорусской деловой газете Светланой Калинкиной. Большой, светлый, ироничный, широкий, добрый. Вот точно таким же он был в Минске. И самое удивительное, что с годами он совершенно не менялся. Он был таким ярким явлением, потому что он по многим был первым. Именно из-за конфликта с режимом Лукашенко, арестов, журналист уехал в Россию, где работал на тогдашнем ОРТ. Был ведущим главной новостной программы России «Время». Тогда же из-за репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе белорусские власти его чуть было не посадили в тюрьму. Обвинили в работе на западные спецслужбы. Но за Шеремета вступился Борис Ельцин, и журналисту дали 2 года условия. В 2000-м Шеремет стал автором и ведущим именной информационной программы с Павлом Шереметом на ОРТ. О российском периоде Павла Шеремета из Израиля. Корреспондент подробностей Сергей Ауслендер. Паша был человек вот большой во всех смыслах. Он такой был. Он с такой был очень сильной харизмой. Он собой заполнял весь объем предоставленный. И с точки зрения профессиональной он был очень серьезный журналист. С ОРТ журналист тоже ушел, как сам признавался, из-за давления руководства. Позже Шеремет основал сайт «Белорусский партизан», где жестко критиковал режим Лукашенко. В итоге в 2010 году его лишили белорусского гражданства. Далее недолго был журналистом на нескольких российских каналах. Переехал в Украину, где много работал. Вел блог на сайте «Украинская правда», а позже стал исполнительным директором медиаресурса. В 2015 году Павел пришел на радио «Вести», где вел авторскую программу. Сегодня коллеги и друзья из разных стран говорят одно и то же. Павел Шеремет останется в их памяти таким же светлым, добрым, ироничным и простым, как все большие люди. И как джингл его утреннего шоу. Я приветствую вас, братья и сестры, из Киева, Харькова и Днепра. Татьяна Овинникова, Егор Логинов и Павел Лысенко. Подробности телеканал «Интер». И еще одно вооруженное нападение на журналиста. Накануне вечером в столичном парке неизвестный с ножом напал на Марию Радван, главреда украинского издания Forbes Woman. Об этом она сама написала в Фейсбуке, но позднее сообщение удалила и сейчас отказывается комментировать этот инцидент. И вот что по этому поводу говорят в национальной полиции. надійшло повідомлення від лікарів, що до них звернулася за медичною допомогою 25-річна дівчина з різаними ранами лівого передпліччя та плеча. Розпочато кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події та проводить заходи, направлені на встановлення особи правопорушника. План перехвата объявлен сегодня в столице. Ближе к вечеру появилась информация. На левом берегу, в районе Дарницкой площади, произошла перестрелка. Огонь якобы открыли пассажиры двух внедорожников. На месте событий сейчас находится мой коллега Егор Логинов, и он с нами на связи. Егор, что тебе удалось узнать, кто стрелял и почему? Добрый вечер, Наташа. Действительно, информация о перестрелке в районе бывшей Ленинградской, а ныне Дарницкой площади появилась в СМИ около 4 часов дня. Якобы огонь велся из двух автомобилей, из двух внедорожников Toyota Land Cruiser и BMW X5, которые ехали из района, ехали со стороны Харьковского шоссе. Как позднее выяснилось, это была совместная спецоперация СБУ и службы внутренней безопасности Нацполиции по задержанию двоих полицейских, причастных к изготовлению и распространению крупных партий наркотика амфетамин. Об этом написала у себя на странице в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Капрала полиции задержали с поличным в Борисполе, где, собственно, и находилась эта самая лаборатория по изготовлению амфетамина. Майора одного из районных управлений Нацполиции города Киева попытались как раз задержать в районе Дарницкой площади. Не получилось это сделать сразу. Он протаранил автомобиль правоохранителей, попытался скрыться. Сейчас его преследуют, и спецоперация продолжается. Пока это вся информация, которая у нас есть, и будем следить за ходом спецопераций. Наталья. Спасибо, Егор. Егор Логинов о плане перехвата, который проходит в эти минуты в столице. А в истории с исчезновением одного из топ-менеджеров Укрзалізниці Валерия Людмирского появились новые детективные подробности. О них расскажет Елена Зорина. Возле дома, где похитили Людмирского, тишина. Только вот эти пятна на асфальте напоминают о произошедшем позавчера похищении. Никто ничего не разговаривает. Тишина, как будто ничего не произошло. Валерий Людмирский жил здесь с женой и маленькой дочерью, рассказывает консьерж. Сегодня супруга вернулась с отдыха, но с утра на допросе у правоохранителей. А это Киевская область. Здесь жил еще один чиновник Укрзалізниці, но несколько дней назад погиб. Эта загадочная смерть произошла за неделю до похищения Людмирского в своем частном доме всего в нескольких километрах от Киева. Его заместитель Юрий Васильев косил траву. Погиб от поражения током. Дом Владимира рядом, узнает соседа по фотографии, но чем тот занимался, да имени его не знает. Дуже щось знайоме. Не буду пытать, кто это. Говорит, начал строиться здесь 3 года назад. Тогда цена одного участка переваливала за $200 000. И надел у него не один. Когда я с внуком гулял, он приехал такой, что вот я 2 участка купил. Ну там получается 24 сотки, а там, по-моему, 3 домика. Вот, первый, другой, там, по-моему, слева еще один. Но что произошло, Владимир не знает. С внешней стороны дома травы не видно. А вот рабочие по соседству говорить о произошедшем отказываются. Может, кто-то другой вопрос скажет что-то. А там вообще трава есть? Там что-то косить? Тут трава везде есть. Родственники погибшего тоже вспоминать о трагедии не хотят. А как произошло вообще? Ну, это потом. Сейчас приедут родители. Угу. А вы кто? Сын. Отказываются говорить о произошедшем и на работе погибшего. В Нацполиции начали расследование, ждут результаты экспертизы. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це навмисне вбивство, але з позначкою нещасний випадок. Чекаємо заключення судово-медичного експерта. Чи характерні ті були тілесні ушкодження, які він отримав від електричного струму, і від чого, наприклад, зупинило серце. Чи там, наприклад, іще щось було. Случайная смерть или нет, похищение или инсценировка? Коллеги гадают, а эксперт Вячеслав Коновалов уверен, все это из-за реформ в железнодорожном ведомстве. Перемена топ-менеджеров, финансовых потоков и схем явно кому-то не по душе. С одной стороны, запугивают, чтобы каким-то образом все-таки новая власть, когда она начала реформы, понимала, что их ждет. Вот. С другой стороны, все-таки есть определенная категория чиновников, которые, ну, взорвались, слишком много берут. Это выгодно, скажем так, вот этой вот коррупционной мафии, которая вот работала в Укрзалізниці, вокруг Укрзалізниці. А департамент энергоснабжения уверяет Коновалов, которым руководил похищенный Людмирский и Васильев, довольно хлебное место. У них чуть ли не собственная генерация. Они снабжают инфраструктуру, иногда целые населенные пункты. Поэтому там денег хватает. И тех же коррупционных потоков тоже там, я думаю, на десятки миллионов. Поэтому то ли еще будет, не исключено, что такие громкие истории в ведомстве будут не последними. На кону ведь довольно лакомый кусок. Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности телеканала «Интер». Украины нет в расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда до конца июля. Совет МВФ действительно планирует рассмотреть экономическую ситуацию в 10 странах, но Украина в этом списке отсутствует. В августе Совет уйдет на трехнедельные каникулы, поэтому разговор об очередном транше для Киева может возобновиться лишь в сентябре. Я напомню, ранее премьер Гройсман говорил, что правительство выполнило все условия МВФ в части реформ. Мужчина, вооруженный ножом и взрывчаткой, который накануне забаррикадировался в гостинице французского города Бален, сдался полиции. Об этом сообщают европейские СМИ. В результате этого инцидента никто не пострадал. Мотивы преступника сейчас выясняет полиция. Тем временем власти Германии предупреждают, что в стране могут повториться атаки террористов-одиночек, подобные той, которая произошла накануне в Баварии. Я напомню, 17-летний афганец напал с топором и ножом на пассажиров электрички. Ответственность за этот теракт взял на себя ИГИЛ. Как Европа усиливает меры безопасности, расскажет Татьяна Лагунова. Молодой человек из видеоролика организации «Исламское государство», угрожающей Германии терактами, и человек, который напал на пассажиров поезда в Вюрцбурге, одно лицо. Сегодня власти Германии подтвердили, видео аутентично. Но вот когда 17-летний Риаз Хан Ахмаджай попал под влияние террористической организации и получал ли команды от ИГИЛ, точно неизвестно. По мнению экспертов, это видео – классическое прощание террориста-самоубийцы. Мы не знаем, когда оно было снято – до теракта в Ницце или уже после него. Все указывает на то, что действовал одиночка, который попал под влияние пропаганды ИГИЛ. Не совсем понятно, и кем был нападавший на самом деле. Ранее сообщалось, что он беженец из Афганистана. Но при обыске полиция нашла в его комнате пакистанские документы и не исключает. Он мог солгать при регистрации в Германии. Есть предположение о возможном мотиве. Силовики сообщили за несколько дней до атаки. Нападавший узнал о гибели своего друга в Афганистане. Он зашел в поезд, чтобы убить совершенно незнакомых ему людей. Таким образом, по его мнению, отомстить неверным, которые сделали это с его мусульманскими братьями и сестрами. Тем временем меры безопасности усиливает Франция, которая пережила теракт в Ницце. Президент Олланд призвал волонтеров, бывших полицейских и военных, записываться в ряды резервистов. Их будут привлекать к охране массовых мероприятий. Сегодня же французские депутаты проголосовали за продление режима чрезвычайного положения в стране еще на полгода. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Третьи сутки вооруженные мятежники удерживают заложников в полицейском участке в Ереване. Среди них и начальника полиции Армении Вартана Егизаряна. Напомню, злоумышленники требуют освобождения лидера оппозиции Жерайра Сефеляна. С ними до сих пор ведутся переговоры. Минздрав Армении сообщает тем временем, что все пострадавшие в результате столкновений с полицией в Ереване уже выписаны из больницы. Я напомню, 5 человек получили травмы во время митинга возле захваченного здания патрульно-постовой службы. Люди требовали не допустить штурма, пытались прорвать кордон полиции, что послужило причиной столкновений. Анкара закручивает гайки после неудавшегося путча. Преподавателям турецких вузов власти страны запретили выезд за границу, а ученым, которые сейчас находятся за рубежом, предписано в кратчайшие сроки вернуться на родину. Накануне, напомню, Министерство образования Турции объявило об отстранении от должностей более 15 тысяч работников системы образования из-за их возможной причастности к попытке государственного переворота. Как это может сказаться на системе светского образования страны? Остается только гадать. Впрочем, многие эксперты опасаются, что это первые шаги турецких властей к демонтажу светского государства. Напомню, ранее выезд за рубеж запретили всем госслужащим. Сегодня же стало известно об аресте 99 генералов и 20 военных судей. Общее число задержанных и уволенных в Турции после попытки переворота уже превысило 50 тысяч человек. Ожидается, что будут приняты другие меры, возможно, даже изменения в законах или внесение поправок в Конституцию страны. Это будет сделано для того, чтобы расширить возможности правительства в борьбе с заговорщиками. Кроме этого, Анкара заблокировала доступ к сайту WikiLeaks. Накануне этот портал опубликовал около 300 тысяч писем членов правящей в стране партии «Справедливости и развития». Тем временем в правительстве Германии снова выразили глубокую обеспокоенность жесткими мерами Анкары. Я напомню, в Германии проживает самая крупная община этнических турков. Турецкое правительство угрожает пересмотреть дружбу с Америкой. Причина – отказ США выдать турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Эрдоган обвиняет в попытке этого самого военного переворота. Кто же этот человек, из-за которого Анкара не боится поссориться с Вашингтоном, расскажет наш САПКОР в Штатах Юлия Мендель. Он редко выступает на телевидении и с публичными заявлениями, но именно его турецкие власти называют серым кардиналом недавнего переворота. Сейчас все внимание мира приковано к турецкому проповеднику ислама, живущему в Пенсильвании, Фетхуллаху Гюлену. Он живет в США по грин-карте, то есть имеет право на проживание, но американского гражданства пока нет. Анкара требует его экстрадиции из США за попытку недавнего переворота. Мы направили 4 документа. Они просят нас предоставить доказательства. Это и так очевидно. Мы предоставим тонны доказательств. Но я бы хотел спросить, после падения башен-близнецов в сентябре 2001-го вы просили доказательства для экстрадиции террористов? Теперь у своего дома в Пенсильвании 75-летний проповедник ислама наблюдает такую картину. Убирайся вон из этой страны! Американские власти ведут себя дипломатично. В экстрадиции не отказывают, но и конкретных шагов пока не предпринимают. Я пообещал, что согласно нашему закону о выдаче преступников, в соответствии с процедурой и стандартами мы мгновенно определимся, являются ли доказательства достаточными для экстрадиции. Пока никаких доказательств мы не получили. С турецкими властями у Гюлена проблемы уже много десятилетий. Еще с тех времен, когда во время турецких переворотов он был в тюрьмах и ходил по судам в 60-х, 70-х и 80-х годах. В конце 90-х он вынужден был покинуть Турцию и переехал в США из-за очередного открытого на него дела. Но турецкие власти боятся Гюлена даже из-за океана. В 2013 году его назвали одним из сотни самых влиятельных людей мира. А в 2015 году он получил Нобелевскую премию мира. Хизмет – это течение, которое основал Гюлен. Оно очень богатое и очень влиятельное. В нем, в рамках этого течения основано более 1500 школ и университетов по всему миру. Оно также владеет собственными медиа и имеет огромную поддержку, в том числе среди турецких правоохранителей. Сам Гюлен не боится высказываться по поводу коррупции и нарушений прав человека в Турции, и поэтому в 2014 году Эрдоган арестовал его заочно и потребовал тоже экстрадиции. Сам Гюлен говорит, что в Турцию возвращаться не боится, но отрицает свое любое участие и влияние на попытку переворота в Турции. Как человек, который сам страдал от военных переворотов, советую туркам не склоняться к этому виду решения проблем. Я не считаю, что переворот может принести демократию. Такой вид борьбы не может защитить республику и помочь Турции наладить отношения с миром. Тем временем Анкара пока говорит о противоположном. Недавно Эрдоган заявил, что если США откажется экстрадировать Гюлена, придется пересмотреть отношения между странами. А их США ценят еще и за так называемый общий открытый секрет. 50 единиц ядерного оружия, размещенного на территории Турции. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Азовцы в стоге сена. Отыщут ли правоохранители бойцов, пытавшихся ограбить инкассаторов? Тайна львовских мусорников, куда ежедневно сливают тонны городских отходов. Припортовый приговор. Какую меру пресечения избрали судьи топ-менеджеру ОПЗ, погоревшему на растрате? Взятка в рассрочку. Во Львовской области во время получения $700 попались сотрудники таможенного пункта пропуска «Угринов». Оказалось, это лишь часть суммы, за которую таможенник и пограничник обещали оформить 4 автомобиля без пошлины. В общей сложности они требовали за свои услуги 60 тысяч гривен. Теперь и тем, кто брал, и тем, кто давал эту взятку, грозит до 10 лет тюрьмы. Свобода недорого. 2 месяца ареста с правом выйти под залог. Такую меру пресечения избрал сегодня Соломенский райсуд столицы для первого зампредседателя правления одесского припортового Николая Щурикова. Я напомню, 14 июля он вместе с зампредом правления «Нафтогаза» Сергеем Переломой был задержан сотрудниками НАБУ по обвинению в растрате имущества ОПЗ в особо крупных размерах. Речь идет о сумме в 205 миллионов 181 тысячу гривен. Меру пресечения Переломе избрали в воскресенье. В тот же день истек срок задержания Щурикова. Но решение по его делу озвучили только сегодня. Все эти дни он добровольно являлся на заседание суда. Прокуратура настаивала на залоге в 205 миллионов гривен, но судья уменьшил сумму до 40. 40 миллионов не маю, друзей, которые могут, или там товарищи, которые дать, их тоже не маю. И я это говорил до этого, что... Это практика просто брания в залог, то есть она равна фактически заключению. Вины нет и другого ответа быть не может. В зв'язку зі зменшенням розміру альтернативного запобіжного заходу ми не можемо сказати, що є задоволена сторона обвинувачення. Допоки не внесено заставу, поки у нас запобіжний захід, який забезпечує належне розслідування. Запорожская полиция разыскивает 3 подозреваемых в причастности к банде, которая нападала на банки и инкассаторские машины. Я напомню, последний такой случай произошел в минувшую пятницу вечером в Запорожской области. Тогда в перестрелке один нападавший погиб, еще один оказался в больнице после этого, и 2 удалось задержать. А еще 3 объявили в международный розыск. Кто эти люди и как продвигается дело, разбиралась сегодня Анна Каменева. Внимание, розыск! На сайте Запорожской полиции сегодня появляется информация. Кроме 4 участников банды, напавшей на инкассаторскую машину, известно еще о 3 подозреваемых в причастности к этой группировке. Их уже объявили в международный розыск. Это Петр Плечун, Кирилл Фокша и Василий Бондаренко. Полиция просит сообщать об их местонахождении. На фотографиях на сайте все они в военной форме, но служат ли, в полиции не сообщают. Впрочем, исходя из страницы в соцсетях одного из разыскиваемых, Плечуна, он боец Азова. По крайней мере, был им, судя по фотографии, в июне прошлого года. Действительно ли все эти люди бойцы Азова, не комментируют ни в областной прокуратуре, ни в полиции, ни в СБУ, ни в Нацгвардии. Да и вообще об этом деле силовики предпочитают не говорить. Всплывают некие детали, но пока неофициально. Це наші джерела, які є в силових органах. При нападі, в п'ятницю, так, коли була ця спецоперація, вони кажуть, що було 2 групи бандитів, тобто було 2 машини. Перша їхала, це ця, яку затримали, 4 чоловіка, а друга машина, в якої було 5 людей, їй вдалося втекти. Наразі їх розшукують. За інформацією прокуратури, ті, кого розшукують, вони також є бійцями Азову. Если фамилии 3 разыскиваемых уже известны, личности 2 погибших, как и 2 задержанных, тайна, покрытая мраком. В областной прокуратуре их не называют, только подтверждают, они под стражей. За клопотанням сторони обвинувачення щодо 2 підозрюваних судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Из фотографий, где четко видно специфические татуировки, становится ясно. Погибшим на месте латвийцем оказался Юрий Вишневецкий. Он борец, был чемпионом Латвии по вольной борьбе. В Азове от комментариев отказались, но согласился поговорить нардеп, бывший комбат. Андрей Белецкий подтвердил, погибший латвиец Вишневецкий служил в полку около года. Формально він не є бійцем Азову, але воював як доброволець в Донецькій області на одній з баз, там де проживав хлопець з Латвії. Приїжджала слідча група з МВС, прокуратури і СБУ. Проводила огляд речей в кімнаті загиблого. Наскільки я знаю, вилучили, що вилучають в таких випадках? Телефони, ноутбуки, кросівки. По словам моих, друзей, атошников, они говорят, когда батальон переходил в подпорядкование Нацгвардии, 30% личного состава отказалось это делать. То есть, отщепенцы такие, да, то есть они ни под кем. Они воюют, да, у них есть оружие, очень много у них оружия, безумно много. И в основном эти 30% и чаще всего совершают подобные преступления, потому что это полное отсутствие контроля. Сколько же азовцев на самом деле было в этой банде? Версии за 5 дней звучали разные. На сайте Нацгвардии еще ранее сообщили, проводят служебную проверку. Из 4 напавших 3 азовцы. Полиции заявили о 2 военных. И пока вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов. Возможно, немного ситуация прояснится завтра. В Нацполиции нам пообещали дать комментарий. Анна Камнева, Игорь Воробей. Подробности телеканал «Интер». А сегодня активисты гражданского корпуса «Азов» пришли поддержать митинг независимого профсоюза горняков. Те требовали погашения долгов по зарплате и снижения коммунальных тарифов. Откуда у азовцев такой интерес к социальным акциям, разбиралась Ирина Романова. Центр Киева, Бессарабка. На 8:30 утра здесь назначен сбор шахтеров. Они приехали из западных и восточных областей озвучить целый список требований к правительству. У нас не выплачивается заработная плата, еще задолженность декабрь 2015 года, около 5,5 миллионов. Хотим Игорь Степановичу сказать, какая обстановка. К министру Игорю Насалику отправляются не сразу. Спустя полчаса по бульвару Шевченко к шахтерам спускаются активисты гражданского корпуса «Азов». Говорят, пришли поддержать горняков. Поднимаються інші питання, там і тарифи, і соціальна справедливість взагалі. Ми не просто прийшли підтримати гірників, це для нас дуже серйозний базовий принцип підтримувати тих, кого в країні ображають. Выставив азовцев вперед, митингующие колонной в сопровождении полиции направляются к Министерству энергетики, останавливаются напротив здания. Министр энергетики в Киеве. Ми бачили, як він зустрічався з вартажками ДНР і домовлявся з ними про те, як будуть поставляти вугілля, постачати вугілля з окупованої території. Колонна двигается дальше с Крещатика на улицу Грушевского. Возле здания кабины ее встречает немногочисленная охрана. Сразу выходит представитель секретариата. Ми готові прийняти офіційні вимоги від представників пікетуючих. За інформацією Мінпаливенерго, зранку була зустріч з міністром Насаликом. Вранці група шахтарів зранку знаходилась біля міністерства. Побачили, як за кермом машини під'їхав міністр. Потім я отримав інформацію, що він втік. Ми готові направити делегацію до Кабінету міністрів і вручити вимоги. Пока шахтеры решат, как быть дальше, ведь ни премьера, ни министра в Кабмине сегодня нет, азовцы молча стоят рядом. Некоторые, кажется, не совсем понимают, что здесь делают. А вы с какой моделью сюда? Без комментариев. Поддержать шахтеров. Пока лидера гражданского корпуса «Азов» Станислава Краснова судят за незаконное обращение с оружием, а СБУ подозревает его в подготовке теракта, сотрудничестве с российской разведкой, рядовые азовцы выходят на совместные социальные акции с горняками. Эксперты расценивают этот факт как подготовку к внеочередным выборам. Я не исключаю, что это элементы тиску на владу с боку тех, скажем так, лидеров реальных «Азова». Хто його контролює? Це певна гра і Народного фронту. Ми стоїмо на порозі масштабної політичної кризи. І Азов хоче бути на чолі, умовно кажучи, частини політичних сил, які будуть розв'язувати цю політичну кризу. А для цього потрібна більш широка підтримка українців, ніж вони зараз сьогодні мають. Все говорят о том, что выборов не будет, они не нужны, но к ним, тем не менее, готовят. Ясно, что со временем у этой организации проявятся вполне четкие политические амбиции, она трансформируется в партию. На теме тяжелого социального положения будут спекулировать все, кому не лень. Постояв возле Кабмина, митингующие снова направились на Крещатик к Минэнерго. Нескольких представителей шахтеров запустили внутрь на переговоры. Азовцы тем временем стали потихоньку расходиться. Ирина Романова, Василий Миновщиков, Владимир Самченко. Подробности телеканал «Интер». В Одессе сегодня пытались ввести мораторий на коммунальные тарифы, которые повысили с 1 июля. Чем увенчалась эта попытка, знает Андрей Анастасов. Внеочередная сессия Одесского горсовета. Фракция оппозиционного блока предлагает внести в повестку дня проект решения наложить мораторий на возросшие коммунальные тарифы, как это уже сделали Днепр и Киев, а также предусмотреть в местном бюджете компенсации горожанам, которые не смогут платить по счетам. Промэрская фракция «Доверяй делам» и «Самопомощь» обрушиваются с критикой, называют это предложение популизмом, оппозиционеры эмоционально парируют. Вы не в зале это говорите, а придите вот на Черемушки, на Молдаванку, зайдите в дом и скажите, что это популизм. И что они вам на это ответят? Я готов с вами пойти. В городском бюджете достаточно денег, уверяет нардеп Николай Скорий, который присутствует на заседании. Главное правильно их распределить. Например, направить не на укладку тротуарной плитки, а на компенсации горожанам. На то, чтобы те дополнительные доходы, которые есть в городском бюджете, они пошли не в карман олигархам городским, а в карманы жителям города Одессы. Если вам легко заплатить 3000 гривен за двухкомнатную квартиру, то для большинства жителей города Одессы это колоссальная проблема. А вот по мнению мэра Геннадия Труханова, введение моратория может грозить дестабилизацией ситуации, если горожане, например, массово перестанут оплачивать коммуналку. Мэр предлагает идти традиционным путем. Вот выработать четкую систему получения, обеспечения населения субсидиями, выработать четкую позицию нашу, получение субвенций государственным, это первое. В итоге по результатам голосования проект решения в повестку дня так и не внесли. Большинство депутатов даже не стали высказываться ни за, ни против. Ну а ОПО-блок тем временем продолжает собирать подписи за мораторий в палатках, установленных на улицах города. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер, Одесса. И там же в Одессе, в исторической части города, сегодня обрушился так называемый масонский дом, памятник архитектуры, двухэтажное здание конца 19 века. Последние несколько десятилетий оно находилось в аварийном состоянии. Прошлым летом по решению облсовета здание продали с аукциона одной из коммерческих структур. Бизнесмены обязались реставрировать его, но из-за разногласий с чиновниками так ничего и не сделали. Спасатели все еще разбирают завалы. Очевидцы предполагают, что в момент обрушения в доме могли находиться люди. Стало падать вот как карточный домик. Ну все это, все было в тумане, все было в пыли. Все? В ходе прослушки завалов, значит, каких-то звуков значит, не было. Проводится разборка завалов. Ну дай бог, чтобы там никого не было. И теперь о ситуации в зоне АТО. По официальным данным, по всей линии соприкосновения наибольший натиск боевиков военные испытывают в районе Авдеевки сейчас. Что там происходит? Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. Прием журналистов и проверяющих до 16:00. Табличка перед передовым укреплением. Дальше стелла с надписью «Авдеевка», иссеченная осколками. До врага считанные метры. Вот так тут ворог и наступая. Из зеленки. Артиллерия работает от стороны Донецка. Ночью была жестокая перестрелка. Украинские бойцы опытные, укрываются в окопах с первыми выстрелами вражеской артиллерии. А це за вчорашній вечір. Якщо бачите, це 120-й калібр. За последние сутки по официальным сводкам под Авдеевкой самые жестокие обстрелы. Враг применяет 152-миллиметровую артиллерию, однако украинские бойцы держатся. Пока, слава богу, без потерь, без убитых и без раненых. Чувствуется какая-то активизация. Подтягивают ли они? Да, есть такое. Ну, то есть как-то более активизировались. Среди дня постоянно раздаются выстрелы из тяжелого вооружения боевиков. Это что было? Это, походу, миномет был. 82-я. Два бойца 58-й бригады из Сумской области воюют только месяц. Говорят, освоились на позициях быстро. Как в семью приняли просто. Бойцы уже устали от постоянных вылазок вражеских диверсантов. Ночью с успехом атаковали траншеи противника. Демонстрируют боевые трофеи. Разведчика. Место Казань. Была подпись, фамилия. Ну, погано видно просто. Пыталась прочитать. Во время суточного боя боевики повредили последнюю линию электроснабжения в районе фильтровальной станции. Две запасные линии уничтожили во время боев еще до того. Авдеевка сейчас без электричества. Доступа к этой зоне на сегодняшний день у нас нет. Безопасного доступа. Возникли перебои с подкачкой воды. Ее осталось всего на 3 дня. Авдеевский Коксахим работает на полмощности на аварийном промышленном генераторе. Магазины же пока используют бытовые генераторы. Но надолго их не хватит. Ситуация в городе приближается к критической. Геннадий Вивденко, Игорь Сульи, Анатолий Воробей. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканской партии. На партийном съезде в Кливленде за него проголосовали 1604 делегата. Его ближайший соперник Тед Круз получил лишь 400 голосов. Номинация Трампа была ожидаемой, хотя многие члены партии выступали против него. Завтра, в последний день конвенции, Трамп выступит с заключительной речью. Железная Мэй, новый премьер-министр Великобритании, не оставила шансов оппонентам в парламентских дебатах и отправилась на непростые переговоры в Германию. О чем говорили самые влиятельные женщины Европы и почему Лондон не начнет формальную процедуру выхода из ЕС до конца этого года, расскажет наш британский сапкор Оксана Кундеренко. Еще неделю назад в здании Палаты общин выступал премьер Кэмерон, а теперь премьер Мэй. Еще один дебют для новой главы правительства. Вопросы и ответы от депутатов. Традиционно жаркие дискуссии с колкостями и настоящим английским юмором. Никто от нее такого не ожидал. Оказалось, Мэй – прекрасный оратор и умеет ставить на место оппонентов. Главного лидера лейбористов Корбина и вовсе по стенке размазала. Подозреваю, на местах оппозиционеров сейчас немало тех, кому знаком бессовестный босс. Босс, который не уважает сотрудников, который заставляет их пахать за двоих. Может, даже босс, который их эксплуатирует ради собственной карьеры. Никого не напоминает. Ее спрашивали о безработице, доступном жилье, медицине и образовании. Но больше всего вопросов, конечно же, о Брексите, будущем Великобритании вне ЕС. Я ясно даю понять, что Брексит означает Брексит, и мы выйдем из Союза с выгодой для себя. Сейчас нужно договориться о хорошем новом соглашении. Именно его Тереза Мэй отправилась обсуждать в Германию, где другая влиятельная женщина, глава правительства, с почетом встречала ее на красной дорожке. С Ангелой Меркель переговоры непростые. Именно эти две дамы решат будущее Европы. Мэй хочет свободной торговли с ЕС, но не свободного передвижения мигрантов. Меркель в этом вопросе строга и говорит, нельзя открыть границы для товаров, а закрыть для людей. Великобритания и Германия связывают дружественные отношения. У нас схожие ценности, мы члены НАТО, Большой Двадцатки и Семерки. И дружба влияет на наши переговоры по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Германия защитит британские интересы в ответ на то, что Британия защитит немецкие. Две мощнейшие экономики Европы, которые активно торгуют между собой, не хотят допустить краха Великобритании. И, судя по улыбкам, женщины-политики все же нашли способ договориться. Уже завтра Тереза Мэй отправится во Францию выбивать лучшие условия сотрудничества у Франсуа Олланда. Перед заграничными вояжами Мэй успела сделать одно важное дело – уведомить председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что Британия не примет президентство в этом органе. Оно должно было начаться в 2017-м, но Брексит помешал. Тем самым премьер в который раз дала понять – назад дороги нет. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». В США создали реактивный ранец для игроков в гольф. Как это работает? И почему в историческом центре Праги запретили сегвеи? Об этом не только в нашем обзоре. В США создали реактивный ранец для гольфистов. Правда, похож он больше на реактивный кокон или маленький вертолет. Изобретение разгоняется до 74 км в час и может поднять игрока почти на километровую высоту. В продажу ранец поступит уже в следующем году. Желающие полетать, кроме $200 000, должны иметь лицензию пилота. В Риме 36-тонный самолет смогли отбуксировать 11 сотрудников аэропорта. Из-за сломанного тягача им пришлось тащить лайнер с пассажирами на борту на взлетную полосу. Самолет вылетел после полуторачасовой задержки. В историческом центре Праги больше не увидишь туристов на сегвеях. Городская мэрия запретила передвижение на этих двухколесных скутерах. Запрет вступит в силу через 2 недели, а соответствующие знаки будут установлены с 1 сентября. Туристы на сегвеях раздражали местных жителей. Им приходилось уступать дорогу на узких мощенных улочках города. 7 миллиардов евро потратят на то, чтобы превратить заброшенный аэропорт в Афинах в сказку. Эллиникон закрыли в 2001-м, как раз перед Олимпийскими играми. Тогда его часть переделали под спортивный парк. Сейчас же там обосновались беженцы. В будущем воздушную гавань превратят в курортный городок с отелями, кафе, ресторанами и развлекательными центрами. Беженцев пообещали расселить еще до конца месяца. Пожар в 75-этажном жилом небоскребе в Дубае. Пламя охватило фешенебельные апартаменты с 10 по 15 этажей комплекса Сулафа Тауэр. Высота здания почти 300 метров. Полиция перекрыла квартал вокруг небоскреба. Сообщений о погибших или раненых нет. Что стало причиной пожара, пока выясняют. 24 июля станет известно, поедет ли российская сборная на Олимпиаду в Бразилию. Окончательное решение должен огласить Международный олимпийский комитет. Всемирное антидопинговое агентство обвинило Министерство спорта и Федеральную службу безопасности России в сократии фактов употребления российскими спортсменами допинга. Якобы российские чиновники были в курсе положительных допинг-проб, но не принимали никаких действий. Наш сайт подробности.ua, и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра.